Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом уроке мы начинаем знакомиться с компонентом формы. Это необходимый компонент, если вы хотите сделать полноценный лендинг-пейдж. Я об этом уже говорил, что для Gridbox есть еще один компонент, который хорошо интегрируется, сделан тем же разработчиком. И с этого урока мы будем пошагово разбирать компонент формы. Если мы посмотрим на сайт разработчика, вот мы с вами разбирали Gridbox. Здесь есть галерея, которую также я уже разобрал в YouTube, и теперь буду разбирать Forms. На этой странице, в принципе, все понятно. Здесь также можно просто без написания кода переносить блоки, делать колонки, создавать от легкой до очень сложной формы, многоуровневой. Здесь вот это все показано. Также можно подключить платежные шлюзы. Но здесь я ничего не вижу для себя, так как компонент направлен на не русскую аудиторию, поэтому здесь нет русских платежных систем, например, как Интеркасса, Яндекс.Деньги, Киви и так далее. Из всего, что здесь предложено, можно рассмотреть только PayPal. Остальные не для России, я считаю. Ну, WebMoney еще, но я WebMoney не люблю. А далее, что здесь есть еще? Ну, все в процессе урока вы поймете, как это все легко делается. Не сложнее, чем Gridbox. Здесь все устроено. И по поводу, как приобрести этот компонент. Мы можем наблюдать, что есть два тарифных плана. Вы можете сразу, вот здесь есть кнопочка «Скачать», скачать себе бесплатную версию и потестировать ее. А какие ограничения у бесплатной версии? Значит, смотрите, поля формы у Pro версии 16, у бесплатной версии 5. Ну и другие здесь недоступны нам. Многостраничные формы, расчет полей формы нет. И платежных шлюзов тоже нет. Общая цена Pro версии компонент Forms составляет $36. И также за счет моего промокода вы сможете купить данный компонент с 50% скидкой. Для тех, кто уже в курсе, для тех, кто с моим купоном покупал Gridbox, я вам сразу могу сообщить. Тот же промокод, который вы получали в подписке. Для тех, кто это видео смотрит первый раз, вы сможете с 50% скидкой купить, получив промокод. Промокод получить очень просто. Нужно просто быть подписан на мои новости. Вот по этому адресу вы можете это сделать. В ответном письме вы просто здесь подтвердите подписку, что вы действительно владелец этого электронного ящика. И автоматически второе письмо к вам придет с промокодом. Промокод вы сможете ввести при покупке здесь. То есть, когда вы нажимаете «Купить сейчас», вот здесь есть такое поле, вы видите, да? Если у вас есть промокод, вы в это поле сможете ввести, и моментально скидка применится. И вы сможете купить ровно за половину суммы замечательный этот компонент. Также компонент хорошо интегрируется с Gridbox, понятно. Вот здесь ниже показано нам, а также с компонентом Zoo и VirtualMat. VirtualMat это у нас один из популярных компонентов интернет-магазина для Joomla, а Zoo это у нас каталог. Теперь немного о том, как работает данная форма. И, например, мы можем заменить компонентом форм вот эти кнопки заказать. Смотрите, я сделал такую небольшую форму, например, завтраки. То есть я делал лендинг про заказ еды. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Кликаем на кнопку заказать. В всплывающем окне, это как пример, можно разместить форму, можно разместить просто форму. На странице не обязательно во всплывающем окне все настраивается, там шрифты, размеры и так далее, дизайн. И вот смотрите, заказать завтраки, да, можно выбрать, например, ну вот первый назвал сырники из творога, второй просто у меня без названия идет, по умолчанию. Например, выбор такой или такой. И, например, к каждому выбору можно привязать еще что-то. Я выбираю сырники, окно раздвигается, здесь пишутся ингредиенты сырников. Ниже укажите количество порций, то есть можно, например, выбрать, сколько порций я хочу заказать, там нас двое, трое, сколько нас. То есть можно выбрать, от этого колеблется цена, да? То есть вы уже понимаете, что достаточно сложные вариации можно сделать. Также вы видите, можно внедрять картиночки, чтобы человек сразу, слюнки потекли, и сразу он видел, что он покупает. Ниже, например, введите ваш номер телефона, введите имя и отправить. И заказ уходит на e-mail. Вы это видите. И вообще те поля, которые вам нужны, то есть те данные от покупателя, которые вам нужны, вы сможете эти поля добавить очень легко. Помимо телефона и введите имя, нужно адрес еще, куда будет доставляться еда, да? Поэтому эти поля вы сможете без труда создать. Вы вот уже видите за счет вот такой формы, как
все круто можно сделать, да? Все это уже достаточно сложная форма по своей конструкции. Также, например, можно форму прилепить кнопочку где-то к краю браузера. Вот смотрите, я прокручиваю сайт, и видите, вот здесь кнопочка «Забронировать». То есть такую кнопку можно с легкостью применить или слева, или справа, вот так вот зафиксировать в браузере, или снизу, или сверху. И также при клике всплывающее окно можно указать те поля, которые вам нужны. Здесь форма попроще. Введите ваше имя, ваш телефон, укажите дату. При выборе даты вы видите, выскакивает красивый календарь. То есть это бронирование у нас. Больше подходит для бронирования. Ну и принцип тоже работает. Отправляется информация на электронный ящик. Компонент форум устанавливается так же, как и любое другое расширение для Joomla. После установки оно появится у вас в списке компонентов. Вот вы сейчас видите внизу формы. В плане языка здесь у нас все намного круче. У нас полностью формы русифицированы, вся админка на русский язык. Так что проблем здесь не будет. Потому что у нас Gridbox был не переведен на русский язык. А здесь же, конечно, все упрощает. Даже заголовок компонента написан по-русски. То есть я процесс установки уже не показываю, потому что здесь все то же самое. Как только вы установили компонент формы в Gridbox, в самом, например, если добавляем новый плагин, тут же мы можем наблюдать, вот видите, Forms. Появляется иконка формы. По клику здесь будет предложен список из уже существующих форм по умолчанию и из тех, которые вы создадите сами. И таким образом форма очень легко внедряется прямо на страницу Gridbox Joomla. Соответственно, формы работают просто на Joomla. А Gridbox может быть у вас даже и не быть установлено на сайте. То есть формы работают просто с Joomla, спокойно. Потому что у вас может быть просто быть магазин VirtualMat, и вам нужна туда форма. Вы можете это спокойненько поставить. То есть не обязательно. Просто у меня тема изначально шла лендинг-пейдж, поэтому я продолжаю сейчас эту тему. Теперь у нас будет разбор именно формы. То есть это заказать звонок может быть, а потом форма может быть просто на странице размещена. Сейчас я вот здесь вам покажу пример простой формы. Вот, например, как здесь, также анимацию можно задать. То есть простая анимация, тут даже дизайна на ней никакого нет, она белого цвета. Простая обычная форма. То есть она может быть как вот вытянута горизонтально, так и вертикальная форма. То есть все очень гибко настраивается. Сейчас я вам предлагаю скачать бесплатную форму по ссылке на сайте, который я вам уже показывал, и начать уже пользоваться. Со следующего урока я уже буду показывать первые настройки формы и создавать пока не сложные формы. На этом я ставлю паузу. Надеюсь, урок вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.